мясо понравилось? Мы рады. Это первое наше соревнование такого формата. Будем только улучшать. И будет все интересно с нового 2015 года. Весенний хозяин леса будет вас ждать. Да, в этих же местах. Ура! Так что следите за информацией на сайте leshi4wd.ru и в нашей группе ВКонтакте. Итак, я хочу предоставить слово своему товарищу Чермену. И раз. Еще раз доброй ночи, спасибо за ожидание долгое. Но мы хотели сделать так, чтобы посчитать все результаты. Все честно и, как говорится, справедливо, вот так я скажу. Значит, есть уже определенное количество у нас участников, это радует. На первый раз это неплохо. Могу сказать и от себя, и от всего внедорожного клуба «Леший» теплые слова. Мы сегодня боролись достойно, достаточно достойно. Есть отдельные такие экипажи, которые, просто выделились. Я, к сожалению, забыл, как зовут того парня на Патриоте, штурмана. Он Николай? Николай, ты просто маньяк, честно. Я такого никогда еще не видел. Мы выложим все видео и фотоматериалы в ближайшее время. Значит, мы не будем их так-то особенным способом монтировать. Значит, информацию и видео, я надеюсь, вы все попадете туда, мы делали все возможное. Вы сможете следить за этой информацией, значит, на наших ресурсах. Это внедорожный клуб «Леший», сайт leshi4wd.ru, группа ВКонтакте leshi4wd.ru. Присоединяйтесь, а также группа ВКонтакте «Сборы 4×4». И скоро появится, вот у вас есть наклейки, сайт «Сборы4×4.рф», где вы сможете рассказывать о себе и так далее. В общем, много чего интересного вас ждет. Сейчас передаю слово президенту внедорожного клуба «Леший» Базанову Денису. Кстати, не какого-то там клуба, знаете, локального. В этом году внедорожный клуб «Леший» стал российским региональным внедорожным клубом. Поэтому я считаю, что у него есть будущее. Поверьте мне, ребята старались, сделали все от них зависящее. Они молодцы. Им отдельно, не только от меня, но и с вашего позволения и от вас. Спасибо. Итак, дорогие друзья, перейдем к торжественной части. Начинаем с категории «Стандарт». Дипломом участника награждается Косов Константин. Итак, диплом участника награждается Быков Игорь Корнеев Иван. Дипломом участника награждается Шумейкин Владимир Просветов Дмитрий. Дипломом участника награждается Сергеев Михаил Лукьянченко Роман. Дипломом участника награждается Белова Екатерина Зенкин Александр. Единственная девушка, участвующая в сегодняшнем мероприятии. Молодец. Пятое место. Итак, четвертое место — Баранов Сергей, Красавин Сергей. Город Королев. Где Серега? Клуб «Леший». Итак, переходим к третьему месту. Апанасенко Алексей, Седых Александр. Дебютанты.
Молодцы! Леша рулит. Ну, почти. Так. Второе место. Староверов Сергей Осин Иван.